Давайте вместе учить английский. Язык международного общения. Kettle. Чайник. Change. Поменять. The kettle in my room doesn't work. Can you change it? Чайник в моем номере не работает. Вы можете его поменять? Of course I can. My colleague will come in 10 minutes. Конечно, могу. Мой коллега придет через 10 минут. Расширяем границы общения с английским языком.